Ищешь интересные катки? Тогда подписывайся на канал, ставь лайк и приятного тебе просмотра. Здорово, здорово всем. Привет, пришел к тебе благодаря резкому с Ютуба. Ты хорошо, спасибо за стримы. Это хорошо, что я хорошо. Не знаю, давайте так. Я думаю, не так важно. Можно было 4-го забрать, можно было забрать что 2-го получается. Ага. Мажораку забираем все, да? Слушайте, уже персонаж неплохой, смотрите-ка. 3-1. Бабл есть. Что ты поздно подрубаешь, не хочешь на 2 часа раньше? Не, не хочу. Может, наоборот, буду потихоньку, типа, все позже подрубать, кто знает. Ой, куда? Тише сделать. Да, такой же. Только 1-1. Да позже начинается вечерняя стрима, не настолько позже. Это он Златка волосы предыдущего клиента сыпал для виду, у тебя просто разлили, там отрыгся еще раз, понял. Это много объясняет. Доброе утро, ребят. Дровочка, привет. Не читай единички, что зря стараюсь, единички еще прочитаю, кстати говоря. Я просто F5 нажал, и у меня... Короче, ладно, сейчас сделаем. Единички... Ну, я просто ждал, видишь, чтобы больше людей было, чтобы все знали, кто единички у нас забирает. Чтобы все знали в лицо. Самых первых. Батонио забрал, Дед Мазай забрал. И... Кияка. Ну, точно берем... Монета, забрал эту штуку, поставил, забрал вот эту штуку, и тут такие... а что же делать им? Посинуйкаем. Или за монету 2-2 дадим. Давай 2-2 дадим. Let's go. Ну я точно хочу разведчика догнать до там 6-го дропа или типа того. Эх, ничего не дали. В тройке там блюзы всякие открываются. Блюсы... А, только блюз. Только так пробуем. Опа! Ставим. Тир 3, да? Чем мы там проиграли? Насколько на 3 проиграли? Нах ты, вонючка, он забрал все мои карты. Там, конечно, больше, да, можно было получить. 3-5, я получил 3. Let's go! Let's go! Найс. Найс. Вообще буду, может, еще блюз найдем. Может, маркас найдем, может, что-то еще найдем. Не найс, вообще не найс. Проиграли 2%. Не найс, нет. Так ладно, хорошая штука. Гол, да куда гол, ребят? Побили, боимся. Что поделает? Ну, как видишь, в магазине, как только появляется карта с чародейством, то да, она да, через забирает себе. Чат. Сегодня забираешь. Здорово, микрофипчик. Диплом. Я так, этого ничего себе, хорош. Мой прошлый подстаканник для пивка пришел в негодность, так что... Ну, подожди, может, ты что-то как-то воспользуешься.
Что сразу под стаканик, да? Можно блюд забрать, чтобы эту штуку сохранить на... Ну, типа, сделать 2-2, следующий 3-3, сохранить, чтобы блюд разгонялся. Давай так сделаем все-таки. Сохранил маскировку и на седан, это больше ради здоровья было. О, уже близы дает потихоньку. Как говорится, работаем. Два близа дал. Ну машина. Ну машина, конечно. Так, хорошо, а что у нас здесь есть? Ну, собственно, особо ничего, да? В пятерке можно бабл начинать сохранять. Ну, давай так сделаем. Хоп. Ну, нет, так нет. Баф тебе. Баф тебе, баф тебе, баф тебе, баф. Эй, все еще тебе. Синенькая. У вас также первое сохранение сохраняется или только с обилки? Только с обилки. Нет, если бы только первое сохранение, ну, типа первое сохранялось, это было бы лучше на самом-то деле. Только с обилки это немного ухудшает персонажа. Потому что ты обязан именно тыкать отсюда вот. И не факт, ну, не факт, что отсюда что-то хорошее упадет. Было бы первое как раньше, то было покруче. No. Ну, аж, конечно, прям сильно не успевает. Ё-моё, вообще можно это залочить? И просто левел пойти. Мне нравится этот лок, это буквально даст полкрафта. С нифига. Я вот так делаю. Ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Хоп. Хоп. Ну, мы снова это лочим. На следующее у нас снова будет ракушка плюс чешуя. Мы шестой таверне. Если мы выиграем файт, то сейчас заберем эту штуку в золото, и я снова получу себе еще двоих. То есть, понимаете, как это работает? Вы поставили... Ну, то есть, у вас бади стоит. Сейчас мы файт отыграем, мы получим снова с благодаря бади ракушку и бабл. Нажмем бади, поставим его на стол, и получим еще две ракушки и еще два бабла. Поэтому я решил, что левелап это, ну, не так уж и плохо. Как играть теперь в игру без Чупакабры? Это вчера стрим пропустил по работе.
Ну, на этом стриме еще пока Абра и так не играли. Так что для нас много меняется. Единственное, что проще теперь бороться против столов, учитывая, что... Теперь сыны тоже могут играть эту Чупакабру. Я вижу в чате уже всякие там абусерты, абузер-вонючки. Ну... Надо пчели этот аккаунт забанить. Секундочку. Хамул. Под вот это вот. Может, что-то лучше можно сделать? Может, сначала хамул сделать? Получить нак фул, а потом... Это может быть лучше, чем шестерка. Блин, это, наверное, лучше, чем шестерка. Секунда. Там места не хватает. Стой, подожди, ты мне дашь следующее место? Нет, он не дает места, ладно, надо было поскидывать. Хотя, нет, не мог же поскидывать, мне нужно было магаз скидывать. Так, ладно, это сюда, допустим. Как время-то идет быстро. Ё-моё. Кого? Блин, почему он не продал вперед? Фак! Почему я вперед не продал? Это единственная карта, которую мне не нужно было бафать. Скушен, ага. Слишком обрадовался, ребят. Слишком довольным был. Харсон доказывать. Нельзя быть Харсон недовольным. Сидим грустные. Везет. Не везет, ребята, не везет. Сидим грустные. Хоп. Оп. А цель прикольная, штуки на самом деле даются, но... Ну, fucking fuck. Сейчас, ребят, чихну. Извините. Пока не буду золотить, у меня еще маркас на нем. Либо найдем себе этого чувака лорд-тренера, и тогда вообще можешь позолотим первую карту.
Жестко забафал. Ну чё, повычай. Ничего, ничего. Во что я превратился? Тетрис. Тетрис. Тетрис, 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 Тетрис. Бран Мурлоки. Перевайся, у кого-то не то, ребят. Хоп. Ну не то. Ты не то, и все не так. Я все еще хочу найти себе маркас, блюз, не блюз, а этот, ракушку, чувака, что это верно, типа, это окей тоже. Вот такого дурачка. Ракушка есть, это хорошо, окей. Две ракушки, окей, близость стоит лучше. Единственное, что теперь разлочение дал рановато. Вот было бы хорошо сейчас получить обычный блюз, а потом дать залочение и снова получить... типа другое это дело. Блин, одну ракушку в магазе дайте, и все, я таким образом получаю себе две ракушки... Просто я еще заберу это, еще будет ракушка, и у нас будет ракушка, 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 ракушка. Жестко звой! Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Будем продавать себя ради Мирвидана на стол. Ну, типа, можем. Молодцы. Сработало примерно, как я планировал. У 10-10.
Ладно, пойдет, пойдет, пойдет. Хоп. 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 Давайте заберем и, короче, продим эту двоицу. Так вот сделаем. Сплкрафты? Закончились? Блин, а чел у меня ворует просто. Он нак играет, потому что у него, наверное, мои бади есть. Ну, типа, он с своего бади украл, и плюс еще с обилки ворует. Это плохо. Он у меня может ракушку украсть, на свете украсть. Короче, потенциал у него может быть пожестче, но мы ему наваляем. Мы же обновляем, ребят. Ну, получил от него. Манечку броню забрал. Сиди с чужими маркасами. Ну, кстати, был довольно плотненький, все равно я проиграл вот этому чуваку. Это, по идее, не есть хорошо. Так, наша задача еще атакует, да, найти. Еще ракушка в магазе. Вообще перестали что-либо давать, что за фигня. О, это очень хорошо. Просыпайся. Просыпаемся, ребята, просыпаемся. И все? А где? Я вот сейчас не понял, ребят. Двигаем. Ну, это было читаемо, единственное, что он... Куда большой пацан? Почему он такой большой пацан? Ну, не убиваем. Чат, почему он такой большой пацан? Неужели он делает что-то вроде... Просто эта хрень, она может бафать еще и в магазе карты.
Типа он находит хамула, но который другой хамул, именно на спылы, его юзает и делает весь магаз спылов, и типа не лочит, что ли, в конце остается со спылами? Чтобы точно работало именно по картам своим? Так, сейчас, аноним, ставлю трек. Потому что качался, понял. Не, ну это много объясняет, хорошо. Надо было монеты разобрать. Ну, неважно. Решил, что злочим. Брать, наверное, не буду, да? Хотя, может, забрать. Свин поздно. Свин очень поздно, да. А тут... больше, типа, лог ради блюза. Либо... Ну, и ноги его выиграли. Ну, неплохо, мы сейчас получаем два блюза, я сейчас могу его сверху выкупить. Так. Пу-пу-пу-пу-пу. Давай что-то делать тогда. Ладно, хз, но... Вообще, надо продать нарабилку, нажать. Типа, если будет присоска на следующий ход... Будем это делать? Ну, короче, ладно, посмотрим. Я вот для этого оставлял, но вроде как обилка может быть лучше. Может, плевать на это врагореза. Окей, важно, про закончили. Да, ладно, я что-то это... Подумал, на следующий ход будет прикольно дать какую-то присоску, допустим, ее также побафать. То есть забафа с полкрафтами... Сделал ракушку, что-нибудь такое, а потом взял, присосал врагореза, и типа ради этого же его не продавать, но... Окей. Ребят, 16к впервые взяли. Хорошо. Хорошо, ребят, хорошо. Ну как тебе катка? Если понравилось, оставляй комментарии. Пока-пока.